Приветище! Это Укун, черный миф. И мы продолжаем побеждать боссов. В прошлый раз мы победили 4. Правда, с одного нам не удалось собрать душу, поскольку у нас не было наставника. Я надеюсь, что сейчас мы его найдем где-нибудь. Аккуратненько надо сейчас только с волками разобраться. К этому сейчас... Прикинь, не достали его. Зато в ближнем бою достали. А у тебя что, лук? Смотри, я на палке. Достал! Больно было, у него сабля слишком длинная. И он достал доверху. Быстро я их выстегнул. Кстати, в комментариях писали, что эта обезьянка похожа на персонажа из Доты. Я в Доту уже давненько не играл. Но там, по-моему, был такой персонаж. Действительно. Обезьяна с дубиной. А ты кто? Ух ты, ух ты, ух ты. Уходим. Не получилось уйти. Какой-то ты резвый слишком. Ты кто вообще такой-то? Нифига себе. Встаем на палку. На. Увернулся. Покоха! Крепыш какой-то попался, а я тут расслабил булки. Кто это крикнул? Мастер! Мастер! Мастер снова здесь. Опаньки, ничего себе, сундучок нашел. Сокровище какое-то. Ядрен батон. Я думал, оружие какое-то новое нашел, но нифига. Дух камня и волю 284. Нормально, пойдет. Пойдет. Спускаемся вниз, чтобы наставника найти. Он же где-то здесь. Зефирки на деревьях. Вон, смотри. Весь... А, это фонари, это не зефирки. Наставник. Тут есть кто-нибудь, кроме жаб? Жабы, которые прыгают по воде, это прям сильно было сейчас. Еще одна жаба. Жабы! Здоровая мутированная жаба! Ну хорошо, что не черепашка-ниндзя. А я-то думаю, кто ты? Воин. А ты тут мух жрешь. Семена нефритового лотоса подобрали. Да будет... Ох ты. Воля лежит чья-то. А почему-то... Японский бог! Быстро отсюда выходим с этой воды. Нас травит она. Выпей чайку. Нужен алтарь срочно. Почему я не купил эликсиры против отравы? Надо было это сделать. Неужели? Я либо куда-то встал, либо меня лягушка отравила. Помыться мне не поможет, да, отмыться от отравы? Ладно. Хелдер Шолдерс не помог. Ух ты, что за звук? За звук какой-то странный. Яд стал еще сильнее травить меня. Вроде бы от яда отделались. Прошли локацию. Это же... Вот эта штука светящаяся ведет нас к алтарю, по-моему. А это что? Еще сундучок. О, порошок снадобье защиты от зла, отвар долголетия. Пойдем посмотрим, что за отвар долголетия. Диковинка 1. Я диковинку могу. Бусы вот эти кошачьего глаза. Незначительно увеличивают шанс критического. Конечно, мы вставляем их. Как это? А вот сюда голову могу, голову волка вставить. И буду теперь вот так ходить с башкой волка. Хорошо, что я сюда заглянул. Наносит дополнительный урон врагам, у которых осталось мало здоровья. Одеваем. Одеваем, одеваем. Дальше. Вот, отвар долголетия. На долгое время значительно увеличит максимальный запас здоровья. Ну ладно. Охлаждающий порошок, понятно, против огня. Это сопротивление урону. Окей. Не то нажал. Тут что-то... Кровь железного быка, 99 статуэток таких набрать надо. И крупица разума, тоже 999. Обалдеть, собирать, не пересобирать. В
принципе, больше ничего интересного пока что. О, какой красавый теперь. Тут больше никуда ничего. Бежим по пучкам вот этих светлячков. Ой-ой-ой. Там кто-то здоровый. Нас заметили. Я на палке, если что. На длинной палке, если что. На! Не успел вернуться. Я выпью чай. Ты идешь или как? Он идет. А, промахнулся. Эй, вороненок. Желторотый. Вернуть. Больно. Пластырь срочно мне. Ну, в принципе, мы с ним разобрались. У меня видел, как глаза горели красным. И вот алтарь. Что ж, сейчас мы купим эликсир против отравы. И там посмотрим. Может, еще что? Изготовить снаряжение можем. Обод паломника. Позволяет использовать бутыль во время ускорения. А, интересно. Но у меня на голове уже надета маска волка, поэтому нет. Стойте. Одеяние паломника можем изготовить. Это можем изготовить. В принципе, смотри-ка, мы сейчас можем так хорошо приодеться. Давай вот это сделаем. Готово. Молот и наковальня. С головы до ног в броне. Враг не страшен теперь. Использует новое изготовленное снаряжение. Конечно, конечно. У меня, в принципе, всего хватает для изготовления. Может, я немножко тороплюсь, конечно. И чуть позже будет получше броня. И зря я сейчас впихиваю все вот в эту вот фиговую. Стремительный пилигрим. Повышает скорость передвижения во время ускорения. Но есть еще вот... Циферка 4, это значит... А, это комплект. Все, я понял. Черт, черт, черт. Я зря эту броню делал. Ну как зря? В общем, мне нужно 4 снаряжения, чтобы четвертый пункт заработал. И четвертое снаряжение — это голова. Ну, даже не знаю, стоит ли ее делать или... В общем, я подумаю пока. Пока не буду делать. В магазин зайду. Где здесь у нас? Сопротивление огню, сопротивление яду. Вот. Куплю 3 бутылки, пригодится. Тут у нас вроде больше ничего нету. Все. Отдохнем, конечно же. Чуть-чуть передохнем. Единственное, я вроде как переоделся, да? Сейчас посмотрю статы. Да-да-да, я переоделся, точно. Это однозначно. Блин, наносит дополнительно... Нет, чтобы урона больше было, это однозначно за. Поэтому... Тот ободок надевать я не буду. Тут у нас что-нибудь есть? Скляночки и ничего более. Знаешь, мы прошли с тобой одну локацию, ну, одну часть локации, и не встретили там ни одного босса. Даже удивительно как-то. И сильных врагов мы тоже не встретили. Чтобы прям я там попотел и отхватил конкретных люлей. Может, я сейчас договорюсь и... Кто это? Мужик. Ты видел на своем пути блуждающую волю безумца душ? Она порхает, не стаивая. Жаль, что твоя бутыль мало на что годится, а моя послушна только мне. Да, бутылка у тебя зачетная на спине. Я знаю, как направить души и восстанавливать их путь. Освобождать их. Тебе пригодится этот навык. Какой добрый дядька. Сейчас скажешь, тебе 500 тысяч баксов. Так-то лучше. Пусть эта бутыль и не сравнится с моей, но и она спасет заблудших, избавит их от страстей, укажет им путь.
Точно от страсти? Может, от страданий? Я неправильно прочитал. Благословенная бутыль, мудрый наставник, это наставник был, научил избранного принимать духовные напитки. Как-то странно звучит, что я избранная обезьяна. Мне сразу почему-то «ты избранный», матрица напоминается. Волшебная благословенная бутыль может поглощать волю только что погибших существ, а также души побежденных могущественных... Вот оно что! Так! Мы возвращаемся обратно, где мы месили огромную бошку, чтобы поглотить душу. Это нам нужно вернуться в лес. Перемещение, лес снаружи. Кажется, сюда. Бугай, 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 где же твоя душа? Душа, 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 ее нету! Ее кто-то стырил! Я зря его мутузил в прошлые разы. Это абзац просто. Капец! Это так обидно, я его столько мутузил, чтобы просто профукать душу. Душу. Духаст. Духаст ми. Рамштайн, елки-палки, выходи. Ай-яй-яй-яй-яй. Мне даже интересно, что бы эта душа мне дала. Она много чего мне бы дала. Чувак, ну вот где ты раньше-то был, а? А, этого чувака уже здесь и нет, он свалил. Окей. Нет проблем, ты кто такой? Это что за ящер двуногий? Ёлы-палки, посмотри, какой он дерзкий, сильный, броневой. Ё-моё. Его даже моя палка длиннющая не испугала. Ну, он не свалился с ног. Обычно кто-то сваливается, но не этот тип. Удивительная ящерка. По всей видимости, теперь здесь будут одни ящерицы. Так как локация сменилась, и какие-то грибы новые появились. Да, змееголовый гриб. А, нет, волки тут. А, нет, это ящерица. Или это волки. О, это ящерица. И они сейчас... Тут костей-то сколько? Это вообще кости, это не ящерица. Мне страшно! Ну, с костями, в принципе, тут быстро разбираемся. Потому что это всего лишь кости. Надо прокачать таланты. Тут ничего интересного. А здесь спуск. Окей. Качаем таланты. Развивашечки. Чего вкачивать будем? Превращение. С каждым уровнем таланта немного уменьшает расход накопленной силы в состояние превращения. Это, кстати, классно. Немного ускоряет восстановление силы. Угу. Нет, это я не буду трогать. Здесь у нас что? Обездвижить врага момент, когда он собирается что-либо сделать. Это продлевает время действия заклинания и очень значительно снижает сопротивление урона цели. Это надо. Я частенько так делаю. Дальше. Что-то надо на урон вкачать обязательно. Немного увеличивает шанс критического... О, критический удар, да. И пока на этом все. Пока на этом все. Здесь некуда больше идти, только спускаться вниз. Вон там ящерка, привет. Здрасте. Я в пещерочку. Смотри-ка, он меня все равно пробил. На, в спину. Он, кстати, ядом плюется. Мы сейчас с банку заюзаем. Так, мне нужно порошок, отвар долголедия, очищающий порошок заюзаем. Вот, все. Выпиваем банку теперь свою. Желательно две. Нормально пойдет. Пару чайку пройдемся. Потому что тут есть всякие травушки. И сюда можно зайти, серьезно? А мне сюда нужно вообще? Жаба!
Опа, в меня кто-то что-то кинул, по-моему. Вон там вот, за камышами есть еще жаба. А, вот она. Баулигулан. Пасяра выскочил. Да. Началось. Началось. Постой, жабка. Отдохни. И я тебя. Так, а где у меня волчара? Выходи на... Выходи, волчара. Подожги жабу. Ей как раз огонь не очень нравится. Все, я снова обезьянка. Хватит меня бодать. Там еще и маленькая жаба. Да, блин, эти жабы достали меня. Ух ты. Давай, уже лупи ее. Оу, увернулся хорошо. Пузо меня отпивает. Ну и что с тобой делать? Блин, опять начинает копытом своим бить. Чуть-чуть ударь. Ударь ее. Ударь. Победили. Ну это даже не... О, можно взять, давай сейчас проверим. Достаем свою баклажку. Материалы головастика мы всосали. Поглощение и развитие. Баулигулан, духи. Ну и что мне это дает? Давай посмотрим здесь где-то в сумках. А, вот смотри. Блин, это дает некую способность. Чтобы использовать умение душ, нажмите R2, L2. Шкала Циджел должна быть полной. Когда вы превращаетесь в могущественного Ягуая и используете его уникальное умение, расходуется сила Ци. Она восполняется, когда вы наносите врагам удары в бою. Души Яогуев можно развивать у алтарей-хранителя. Это усиливает их умение. Ты прикинь? То есть я бы мог превращаться в того головастика. Но так как я его душу профукал, я не смогу превращаться. Видеодемонстрация, покажите мне. Я превратился в жабу и начинаю вот так вот фигачить языком. Обидно, очень обидно, что я профукал душу того Яогая. Появилась иконка снизу, что я могу в жабу превратиться. Окей. Я это протестирую потом, наверное, на боссе. Это значительно повысит шансы победы над боссами. Куда я вышел-то вообще? С этого пруда. На горе мы стоим. О, грибочки чуть не потерял. Блин, да мимо ты ударил. Величий укун. Не совсем понятно, где я теперь. Я тут еще плохо ориентируюсь. Очень плохо. Да что ж ты будешь делать-то? Вообще не хочу попадать. Когда они еще в зародыше в этих скелетонов. А их тут дофига, кстати. А, слушай, по нему невозможно ударить, пока они собираются. Ну да, по ним не ударить. Пока они не сформируются, их смысла нет бить вообще. А вот с этим... Гляди-ка! Хотел собрать грибочек, а там выползла какая-то нечисть здоровая. Ох-ох-ох. Еще и бежит сюда. Да стоп! Сейчас надо очищающий порошок еще бахать. То эта ящерица меня задолбала.
Где она, кстати, эта ящерица? Ох, там еще сверху этот грибочек. Прекращайте вдвоем охотиться на меня. Мне страшно становится за свою жизнь. Успел, 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 но не успел второй раз. Да ёлопала, она опять меня утравила. Благо в этот раз не сильно. На. Не дал завершить мне. Мой коронный. Вот так-то. Ничего не дали. Я такой подошел в надежде, что я получу хотя бы душу какую-нибудь. Вот еще сидит. Я теперь настолько мощный, что с первого раза босса всех бью. Ребята, вы понимаете, может вам оставаться в зародыше и не трансформироваться в скелетов. Кстати, у меня закончились эти штуки. Чай мой закончился. Смотри-ка, ей пофиг вообще на мою длинную палку. Она даже в аут не хочет уходить. А ты-то куда, скелетон? Засранец. Сгинь. Ах ты. Ты что такое-то? Да прекращайте. Так, я сейчас сдохну. Если я не подлечусь, я сейчас сдохну. Где бы мне отхил получить? Чуточку отхильчика дайте мне где-нибудь, кто-нибудь. Здесь вообще опасненько бегать просто так. Еще грибы? Надеюсь, это да, это обычные грибы, хорошо. Это выход с леса. Но я не уверен, что все здесь зачистил. Может, есть сундучки с чем-нибудь интересным? Не успел проснуться, как ушел во тьму. Ух ты, сколько их тут. Ну, наверное, вот это последний будет, и я ухожу. Хватит тут их уже мутузить. По крайней мере, волю пособирал. А вот еще один. Все, на сим я прощаюсь с вами, скелетоны. Поскольку здоровье исчерпано. Ой, а тут босс сейчас будет. Позволь представиться, меня зовут Гуан Моу. Ежели смерть моя наступит от рук твоих, то прошу передать моему владыке сие послание. Мечтает смертный о божественной силе. Грязит я огаю о бессмертии и поныне. Чувак, я не готов к бою вообще от слова. Здоровье! Вернись ко мне, пожалуйста. Где он вообще? Так, он этой херней, да, пуляет? Что-то как-то мне не очень нравится то, что он делает. Получай. Все, я сдох. Ну, в принципе, он легкий. Вот, честно, зачем стараться?
Если бы у меня был отхил, конечно, я бы его победил. Но, увы, отхила нет. Я еще жабу на нем не заюзал. Ё-моё, точно, я про нее забыл. Если бы я жабу юзанул, то, возможно, я бы выиграл. И вот я снова здесь. И как-то начало не очень у нас задалось, да? Ага, я понял. Фишку просек. Давай, кинь в меня опять эту фигню. Вернулся. А теперь вот так вот. Ну-ну-ну-ну-ну-ну. Волчара, давай. Мутусь его. Шустрый какой ты, посмотри. Давай-давай-давай-давай, кромсай. Как можно сильнее. Поджигай его, жарь. Вот и все. Здоровье, я его почти. Черт, не сдал. Комбо замутить. Выпьем эликсирчик. Стоим. Стоим. О! Хорошо. Хорошо было. А теперь обезьяна. Мутусь его. Не сильно, конечно, получилось, но ничего. Травануть меня задумал. Давай, давай, давай. Есть! Победа! Элитный Яо Гауай Гуанмуа. Моим владыкой движет жажда обладания. И ты такой же. Я еще могу забрать? Гуанчжи. Я вспомнил. Эти коварные монахи побудили почтенного старца Дзинчи заживо сжечь. Это были именно они. Я думал, что они так и остались пеплом. Кто же знал, что они станут яугаями? Так, подожди, мы поглотили еще одну душу. И теперь мы можем в этого чувака превращаться. А что он будет делать? Он вызывает змей, которые... А, они еще и плюются чем-то. Ядом, короче, плюются. Ну давай, да, вот лучше вот этого возьмем, чувака. Увеличивает урон ядом и сопротивление яду. Потестируем, короче, попроверяем. Выпьем немножечко эликсирчика. О, мы еще можем позвонить, да? Давай сделаем это. У меня плохое предчувствие. Кажется, звон колокола пробудил чей-то гнев в глубине горы. Забудем про это. Лишнее переживание нам ни к чему. Ты уже успел устроить переполох на горе? Так давай же покончим с оставшимися злодеями. Нет проблем. Нам, скорее всего... Откуда я пришел? Наверное, сюда нам. Да, точно, нам сюда. Выходит, мы уже 6 боссов замочили. Ты представляешь? Сейчас зайдем в Макзик. Может, там что, апгрейдить сможем? Отдых, развитие, усилить духов мы можем. Вон оно что. Мы можем прокачивать в них, ну, вкачивать в них волю. Пока я не буду их прокачивать, потому что я не понимаю, насколько они круты. А вот изготовить снаряжение я бы был не против, на самом-то деле. Во время ускорения ваш показатель атаки каждую секунду увеличивается, эффект суммируется до 10 раз и пропадает при остановке. Классная, кстати, штука. Давай все-таки сделаем. Обод этот. Наденем.
И по идее это тоже на урон повлияет. В магазине что-нибудь есть? В магазине нифига. Есть кнопка вернуть духов. Кого? Во! Он здесь! Слава богу! Мы можем еще раз с ним подраться, да, наверное? Вернуть потерянных духов. Хочу вернуть. Все потерянные духи вернулись к вам. Ну-ка, 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 ну-ка. Вот он! Аллилуйя! Мы его не потеряли, крутяк! Что он делает? Избранный превращается в блуждающее умертвие. Низко поклонившись, он таранит врага бронзовым черепом, нанося огромный урон. Уменьшает затраты ци на использование навыка. Ага, вон оно что. Так, хочу его, хочу, давай мы... Чуть не улучшил. Мы сейчас, короче, его выберем. Мы его сейчас выберем, вот он. И протестируем. А еще надо развитие, да, у нас там есть 2 очка. Куда бы, чтобы вкачать. Мы же еще стойки для боя. И мистицизм, и превращение. Блин, столько всего прокачивать надо. Давай криты качать. Пока все в криты. Вот. Как-то так. Пойдем дальше. Мы отдохнули, всего набрались. А, стой. По здоровью, что у нас там? Ну вот, нормально, пойдет. Пойдет, пойдет, пойдет. Бежим дальше к ящерицам. Эй, чего ты ждешь? Сюда, помоги-ка старшему брату. И задай им взбучку. Кому-то там помочь надо. Меня зажали. И отмудохали. А, это тоже обезьянка. Бывают змеи не такие уж опасные. Кстати, из настоянной змеи желчи получается отличное лекарство от разных болезней. Заходи, юный друг, будь моим гостем. Желчный камень? Реально. Сейчас он нас научит зельеварению. Только я сперва вот эту штуку заберу. Ну, рассказывай, что я там могу сварить. Так, так. Догадываюсь, ты пришел с горы Хуага. Я таких много повидал. Между нами столько поколений, что я для тебя уже праотец. Ну, да неважно. Я всего лишь старая обезьяна. Улучшить бутылки, улучшить напитки. Хватит болтать. Бутылку могу. Хочу улучшить. Ароматная лоза с горы. А где ее достать, кто-нибудь мне расскажет, где эту ароматную лозу? Понятно. Нужна ароматная. Улучшить напитки. Вино из кокосового ореха. Каждый глоток восстанавливает 33% максимально зап... Винный червь нам нужен. Отвары. Ну, в принципе, в вино из кокосового ореха я могу добавить желчный камень. Повышает сопротивление яду. В принципе, почему бы нет? Отвар отваги. Новое вино, лей в старые меха. Достижение. И магазин. Что ты тут у нас продаешь? Семена небесного лотоса. В течение нескольких секунд после использования бутылки постепенно восстанавливает небольшое количество очков здоровья. Можно, в принципе, прикупить. Почему нет? Это вместо отвара можно использовать, я так полагаю. Да. Да-да-да. Дает сопротивление яду, либо вот небольшое количество очков здоровья. Ну, все-таки небольшое количество очков здоровья после — это круто. С ядом мне пока ничего не надо. Выпивка ведет к успеху и краху. Пей в меру. Ладно. О, сундук. Посмотрим, что в нем. Пряжка и крошечный кусочек золота. Ну что ж, у меня отвар теперь блатной. Крутой. Эй! Равновесие держим. Ты же все-таки обезьяна. Что-то посох у меня... А, это на скорость. У меня же теперь...
Все, да. У меня от скорости бега теперь заряжается мое оружие. До 10 стаков. И если я кому-нибудь втащу, то урон будет очень-очень даже. Ого-го. Кому втащить? Тут что, босс будет? Великая птица, великая птица, почему потускнел твой свет? Того не изменить нам, что уже позади. Изменяемо лишь то, что ждет впереди. Поздний час, юное создание. Не лучшее время нарушать покой моей обители. Поведай, в поисках чего забрел ты сюда. Вот мне еще делать-то нечего тебе рассказывать, что я здесь забыл. Да, я метку на тебя поставлю. А то... Какой прыгучий. Волчара! Что-то он с какой-то... Ты чё? Вообще не бьет. Смотри, какой он шустрый этот. В белых одеяниях. Всё, теперь я опять на Акака. А что-то у меня и со здоровьем какие-то проблемы. Ах, не успел вернуться. Вот мы сейчас и проверим. А, у меня нет заряда, чтобы вызвать башку. Как-то не круто. Тебе не кажется это? Смотри, что делает. Я на палке, он на палке. Ой. Успокойся, успокойся. Еще бутылку выпьем. Мимо. Палка не сработала. Представляешь? Опа. Я тебя достать не могу, засранец. Тебе повезло, очень повезло. Да что ж, поймал меня, скотина. Ловит меня и ловит. Ух ты. Красиво, красиво, ничего не скажешь. Со здоровьем беда у меня, дружище. А что случилось? Ого. Я его ушатал, прикинь. У меня не остается выбора. Сейчас ты узришь настоящего меня. У меня нет здоровья, чувак. Ну я как бы сдох. Одной отваги мало. Самозванец. Какая змейка выползла, да? Ну, в общем, у меня есть коварный план. Я сейчас к нему подбегаю, станю его и бью башкой. Мне кажется, это самое оптимальное. Стан нужен для того, чтобы он не сбежал. Это было очень плохо. О, ударил, кстати, нормально. Хорошо. Увернулся. Еще раз уворот. И вот надо было еще раз увернуться. Тыкаем ему. Yeah.
Еще ни одна бутылка не выпил, но сейчас, наверное, надо выпить. А то я сейчас сдох, но я сдох. Ну вот, в принципе, и все. Довольно мощный противник. Учитывая, что он еще потом превращается в змею с полным ХП, нужно подкачаться, я думаю. В общем, на этом все. Сейчас я еще духа поменяю, то, что вот этот чувак бьет башкой, который мне что-то он, ну, не очень нравится. Сейчас мы поменяем его на вот этого типа. И в следующий раз посмотрим, как он змеями своими фигачит. А насчет отравы, кстати, насчет отравы, надо поменять вот здесь вот, да. Так как он змей, надо бы выпивку поменять на исцеление от отрав. Это мы сделаем в следующей серии. Если тебе понравилось, то не забудь поставить лайк и подписаться, чтобы не пропустить следующего ролика, на котором мы с тобой и увидимся. Так что до встречи!